подрубай казиночи гачи его. Нет, гачи подрублю. Гачи подрублю, когда будет 100 рейдеров. Ку, Скайви, привет, привет. Саша Дрей, спасибо большое. И тебе хорошего вечера. Спасибо большое. Ку, ку. Здравствуйте, меня зовут Джон. Меня зовут Джон Колд. Чат, всем ку. За кого топишь завтра на мафии? Вообще ни за кого. Так, ну, типа. Но у меня есть зануда, за которую я обязан болеть. И у меня есть факер, которого бы мне очень хотелось видеть в финале. Вот и считай. Получается, за двух человек, блин. Кто там завтра еще играет? Твой батя, протеже, зануда, Алиот, Римлин, Портмон, Душебой, Паника, ВЛС. Ну, за зануду болею, за зануду и факера. Привет, Экземплум, привет. И тебе тоже хорошего вечера. Привет всем, ребят. Ку. Вы такие активные на мафии. И такие пассивные... Не на мафии. Чуть слово не вырвалось. Всем привет, рад осуждаем, всех видеть, что все собрались. Ну, что все пришли. Сегодня, осуждаем. Надеюсь, играем хорошую игру. Думаю, о чем можно поговорить. Думаю, уже там... Короче, 100 раз все о чем говорили. Думаю, на первую игру можно зарядить вас. Смотрите, я болел коронавирусом, излечился. Впервые за 19 дней сейчас вышел из дома сегодня, то есть уже прям по-хорошему. Прокатился на машине по городу просто один. И я заметил такую вещь, что последний раз, когда я до этого выходил из дома, все было в деревьях, ну там осень, листья. Сейчас выехал из дома, вообще нету. Деревья пустые, ветки пустые, листья нету. И смотрите, я подумал, типа... Ну, короче, я хотел это как-то связать. Ну, я не придумал, как это можно связать, поэтому просто хочу, чтобы все не болели, все получили удовольствие от сегодняшних игр. Спасибо. Да-да-да. Ишмень, да, ты да, чё опять? Счастье, да, здоровье, делаешь? Вот это смотрите, все. Вчера вот кто-то был красным, кто показывал он маф. Кто-то был мафом, чего показывал он красный. Если ты будешь, типа, делать, ну, сегодня так же, Ишмень, ну, серьезно, я буду, типа, ставить руки, ну, тупо в тебя. Ну, не, хорошо, типа, ты скажешь на своей речи, почему первый черный. По поводу 10, там, наверное, сейчас кто-то вот скажет, там, у него, типа, фэпка стоит высоко, его там, типа, ночью не было, он красный, это полный бред, сразу об этом говорю. По поводу первого, не знаю, речь, типа, цвет вообще не дала, но лично мне я Кобзона, ну, типа, цвет абсолютно вообще не понял. Просто игрок серый обычно. Это мысли, типа, не ночью, то мог спокойно сеять ночью, там, и, ну, понимаете. И эту историю просто взять из жизни. Поэтому цвет первого не знаю. Ну, последняя игра, которая была вчера перед тем, как я пойду в DRT, это я играл без рофла, сказал 7-9 месяцев черный, так и было. Так, смотрите, у меня есть две вещи по этой игре, которые я уже заметил. Кто 10, да. Хочу по десятому сказать. Вот, Семен, та игра была, где рофлил, тоже назвал тебя точно черным, приводил аргументы, Джози еще в ней был. Ты в той игре включил свет, правильно? Я по рофлу решил это как аргумент привести, что ты маф. В этой игре, ну, ты включил, ну, выключил свет, понимаешь? Ни на что не довикаю. А первый, почему подозрительный, мне показалось именно на ходу. Он придумал, что делать, и так и не придумал, как связать свою речь с, ну, открытие, вот, про листья, вот это, с мафией, с игрой, с тем, как это стол придать. Плюс десятый показал, что первый красный, а я десятого заочно подозреваю. Все, играю. Сколько же ты воды налил?
Смотрите, когда первый урок начал речь, у него были руки типа так прижаты, и именно как он говорил, как-то немного, ну, понимаете, как-то не открыто, но показалось, что он типа бубнит под нос. У меня появились какие-то флешбеки, где он был первый черным на первом статье. Типа, ну, у меня были такие мысли, я первый заподозревал, но потом, как он начал типа говорить, типа не болейте, вот такая добрая речь, ну, мне даже захотелось первым сыграть. То есть, потом от этого он будет больше красный, но за начало речи я его подозревал, поэтому... Аккуратно с первым играю. Смотрите, мне показалось, не красный 2, у него не было мыслей. Зачем-то начал говорить по 10-му игру, типа вообще не понял, почему. Типа, и сказал, первый ответ вообще не понял, просто никак не разобрал речь, поэтому потом 2 не красный. Третий, ну, пол речи тоже просто воды налил. Говорит у него, типа, первый черный, 10-й говорит, первый точно красный. Я думаю, 1-10 не вместе, потому что если 10-й черный с первым, он не будет говорить первый точно красный, там, именно вот так, как он это сделал. Поэтому, мне кажется, 2-3 из черных игрок. Первый игрок, он бывает, говорит, я хочу зарядить этот стол, после чего говорит, я болел коронавирусом. Ну, как бы, причинно-следственной связи нету, а совсем, значит, он явно не думал об этом ночью и не готовился. Значит, возможно, был на договорке от этого третьего красного, который называют первый черный, от этого четвертый не красный. А второй начинает аналитику с третьего бокса, а не с первого бокса, хотя он сидит на втором боксе, про первого ничего не говорит, начало речи, третий бокс. Поэтому могу играть только с третьим игроком. 1-2-4 от 1 до 2. Где первый должен быть черный в комбинации любой 1-2-1-4. Играет 3-5. Так, добро пожаловать, всем привет. На хорошей игре в этой игре игра красная. Смотрите, что я думаю. Вот больше... часть стола разделилась. Есть те, кто считает один черный, есть те, кто считает один красный. Смотрите, после речи 1, тройка, самый первый начал показывать один черный. 10-й, 7-й, и еще я не помню, кто-то вроде из 8-9, я не помню, тоже показывал один красный. Вы все показывали один красный, я хочу узнать, почему у вас один красный, и остается ли он у вас один красный. И у вас кто из 1-3 чернее. Я бы на самом деле, вот на самом деле, убирая то, что сказал Кобзон, вот именно саму, ну, скажем так, саму речь. То есть по аргументам привет, стола и по позиционке я бы сыграл 1-3. Всем ку. Вот просто, 1-3. Я думаю, там, да, кстати, 2 красных игрока. Не 1 красный игрок, а 2 красных игрока. Где двойка так себе разбирается в единичке, четвертая старается 2-3 сделать искусственный разноцвет, а пятерка просто заигрывает 3, усиливает его позицию. Поэтому я так думаю. Поэтому а поиграл 3-1-3. Может, там двойка сидит, откуда я знаю. Ты попросил у 8-9. Да. Очень интересно. Короче говоря, я не показывал, что первый красный. Я показал ему палец вверх. На его словах я переболел коронавирусом. Некоторые здесь знают, что я тоже. Вот. И эта мысль я поставил, типа, галочку, что красавчик поправился. Вот. И посыл его был именно в том, что он сказал, заряжу стол, хорошая новость. Он сказал, я заболел, я выздоровел, я вышел на улицу. Я понял посыл первого игрока, я не понял, за что вы ему навтыкали, пятый игрок. Типа, что посыл какой-то плохой, негативный или что-то такое. Вот это я не очень понял. Поэтому я думаю, что сейчас точно первый больше красный. Вот. Что еще? Что еще? Да, кто такой третий? Я не знаю. Третий 8 на речи первого игрока. На первых 10 секундах показали первый больше черный. Вот, я этого не понял. Десятый, наоборот, вылез на стол, показал первый красный. Поэтому мне пока сложно разбираться, тем более восьмого я еще не слышал. Пятый усилил позицию третьего и протоковал первого. Поэтому я ставлю всех этих игроков в стороне. Я просто сыграю с один. Я подумал, что шестой не черный, именно за то, что он озвучил мысль, что 1-3 могут вместе красные. Поняли? Но если он черный, зачем ему это делать? Он лучше усилит конфликт. Как-то так, сыграю 1-6. Спасибо. 1-6. Что же сыграло, чем кинуло. Я не знаю, сейчас объясню именно в своем мысли, почему первый маф есть, но именно фраза для чата. Немного добавлю именно. Кобзон, вот мега вот популярная мысль. Ты только что мне до этого рассказывал, я очень много когда говоришь, допустим, тоже в игре ты говоришь, именно переболел коронавирусом, и вот реально это максимально вот прямо вот первая мысль, она прямо рождается за секунду, и ты ее даже не додумал. То есть, вот как сказал реально по аргументу пятого игрока. Поэтому из-за этого я показал красный 3, потому что я очень подозреваю первого игрока. Я не понял, кто Семен, но я, кстати, думал, красный 10, потому что я думал, он не с первым. Как у меня первый черный. Первый черный, это не после 10. Я думаю, 1-10 не вместе если черный. Если мы еще будем играть. Ну, я не знаю, почему 10-м просто нет мотивации показывать. Пока до речи. Моя команда 3-5-8-9. Я немножко подозреваю именно седьмого за команду 1-6 без третьего. А что просто за команду 1-3? Девятый, почему? Много подозрительных игроков слишком. Аргумент у пятого есть подозрительный в 2-4. Думаю, красный первый, думаю, красный третий, больше красный 6, скорее красный 7. Пока какие-то такие цвета. Но нулевой круг. Четвертый умрет? Маловероятно. Только если по собственной воле. Осуждаем, кстати.
Я просто, понимаете, типа речь первого игрока была прикольная. Я просто почему Клаус тебя не беру в команду, потому что я подозреваю четвертого игрока, который вылазит, говорит, что вот вы там все воды налили, хотя по факту речи были, ну, плюс-минус адекватные, как лично мне показалось, по моему субъективному мнению. А я подумал, что если четвертый маф, то он не будет, если до него три красных игрока поговорили, да, вот так вот вылазит, говорит, вы там все воды налили, поэтому я подумал, если четвертый маф, 1-2-3 должен быть какой-то маф, 1-3 мне понравились больше, чем 2. Вот, поэтому моя команда 1-3-6-7 на этот круг мне нравится. Спасибо. Ну, единственное, что я бы и от третьего отказался, потому что между 3-4 и на третьем может быть мафом и четвертый красный. Вот, что я подумал. Попили мы обязательно 8, потому что от сета пятого непонятно. То есть пятый всю позицию подстроил от того, что первый черный, от этого у него все мысли были. Других, другую альтернативу он не рассматривал, это странно. Почему первый красный? Слушайте, элементарно. Да, это лучшая мысль, игра на планете. Говорить, он была, ну, типа, понятное дело, заготовленная, но он говорил ее искренне. Потом, под конец, он выразил такую мысль. Я думал, как это связать с мафией, но не придумал. И, то есть, это были его мысли ночью настоящие, и искренности в них было столько же, сколько и в том, что он говорил в начале. То есть я не думаю, что он болеет, почему он должен брать Римов в команду? Также я думаю, что он не врет, что и реально придумал, о чем мы этом говорить ночью, поэтому я думал, что первый очень красный. У меня первый очень красный, 1-8. У него нет. Мне кажется, девятый все правильно рассказал. Почему? Мне также кажется, 6-7 больше красный, подозрительный 3, подозрительный 5, подозрительный 4, может быть, даже двойка. Больше красный 2, чуть-чуть больше красный 2, чем остальные. Мафию мы закончим сегодня не раньше часа ночи, я подозреваю. Вот, поэтому вряд ли пойдем в Дертайт. Где шериф? В 6-7, предположительно. Смотрите, я подозреваю второго игрока, то есть он проснулся, и, ну, после моей речи первое, что он начал говорить, это про Сёму, то, что у него там что-то поднят экран, и, типа, его сейчас будут окраснять, когда мы это говорили в лобби. Дальше третий игрок ничего не покорит по второму игроку, я подумал, что 2-3 потенциально вообще могут быть вместе. Я заподозревал Рима, Рим слишком хорошо покрыл. Или он давно не играл, или что сидит, что-то разбирается. Смотрите, я понял мысли седьмого, понял мысли девятого, понял мысли десятого. Почему шестой, хоть и сыграл 1-3, я не понял. А кто 8? 8 красный. Ну и обязательно есть один красный игрок между 6-7, а 3-4-10, тоже 9-10 нет вместе. Я не знаю, либо вы не понимаете то, что первый черный, либо первый красный, я вообще ничего не вдупляю. Но просто, как по мне, речь была, ну, максимально черная, то есть именно открытие, которое ты думал за одну секунду, и просто тебе нечего было дальше рассказать. То есть именно мысль, которую ты терялся, именно бегал своими мыслями куда-то вправо, ну, влево, у тебя не было центральной какой-то оси. Поэтому мне показалось первое. У него по факту красный 3, 1, 2, 4, потенциальная двойка, поэтому вполне адекватно, что с позиции первого слота потусовать пятого, это вообще нормально. Я его прекрасно понимаю. Я тоже пятого потусоваю. Ну, не потому что, типа, хорошо поговорил, но поговорить хорошо, может, кто угодно. Тут Мафия 7 играет 10 тысяч лет. Еще как будто сложно хорошо поговорить в Мафии, я вас умоляю. Ой, игра логики, аргументы, позиции. Это мафия. Люблю мафию. Плюс в чат, кто любит мафию. Посмотрим, сколько нас. Спасибо большое, дружище, который только что прошел туториал. Спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Осталось всего 5 человек. Вот, если не сложно, поставь, пожалуйста, плюс в чат, чтобы я знал, кто это был. О, нет, плюсы уже ставят. Blood Trail. Blood Trail в чат, кто прошел туториал. Спасибо большое, сын говна, 1337. Спасибо большое. Как же вы бесите. Ну, серьезно, реально бесите. Ну, что, можно хотя бы поиграть, ну, третий день хотя бы одну, несколько игр? Ну, реально бесите. Да ладно бы я еще и красным был, но вы реально бесите. Да, конечно, два красных за цвет 8. Зачем показывать вот после попила 8 красный? Вообще дупля нет. Мне кажется, красный 9, мне кажется, красный 1, мне кажется, красный 2. Между 6-7 минимум один красный игрок, минимум один красный есть.
подозрительный. Ну, не, в этой игре уже не разобраться, честно. Типа, все. Я 3-4-5 оставил, думаю, там точно есть черный игрок. Клаус, подними именно их. Я думаю так. Так, всех выставляем, кроме меня. Я проверенный крас. Смотрите, во-первых, сначала начал с 3. Сначала с 3, Кобзон, а уже потом с 10. Это первое. Второе. Игрок по номеру 6 сказал, кто-то там из 8-9 показал первый красный. Мне нужно понять, у вас почему первый красный? Сам сказал первый красный, почему вообще не объяснил? Просто, ну, просто тип один сыграл. Смотрите. Короче, Семена последние типа не душат. Можно запилить, как он захотел. Потому что или я вообще не туда, или я прям вот точно туда. Я посчитал 8, ну, прям очень красный. Я посчитал, есть мав 6-7. Этого не особо... Типа красный 9 у меня, который играет типа 6-7-1 против меня и 8. Блин, мне вот очень интересно. Вот Кобзон показывает, что это была динамика от Иммортала, что он давал отстрел, там начал речь 9-10, что-то в этом роде. Хотя у меня совсем иные мысли были, как 4-8 поняли, что 1-10 вместе черных нет. Семен, была игра Кобзон, Семен Мафы. Семен изначально показал первый красный, или Кобзон показывал первый красный. Поэтому я не понял, почему 1-10 вместе черных нет. По отстрелу 10 подозрительный 4-8. Больше красный 8, потому что стоял за подъем. Больше красный 8, потому что стоял за подъем. Да, я сказал 8, больше красный. Поэтому подозрительный 4, который первый озвучил мысль, что 1-10 вместе черных нет, не приведя ни единого аргумента. Все, второй проверенный красный, и хорошо, мы с этим играем. Спасибо. Смотрите, я могу говорить речь про зефилки, а могу говорить, как в этой игре я сказал, и минимум 6 красных игроков не сыграли с красным 4. Минимум 6 красных игроков, то есть никто не сыграл с 4, когда я красным играл, не понял, почему я черный. Я на своей речи объяснил 10 игрок черный, именно так, как он это сделал, ты понимаешь, что необъясняемо. Именно так, как он это сделал, он не будет своему черному один показывать, что первый красный точно именно. Поэтому... Ты поговорил первый красный, 2-3 есть черный для тебя. Так кто у тебя 2-3 черный? 3 у тебя... 3, мою речь перебирают. Вообще, очень странная речь. Вот эти, 8-й игрок. Вы сказали 1-10 не вместе. Я сказал 1-10 не вместе. Я озвучил мысль, что первый будет, может быть черным. И почему? Если я черный с первым, вы думаете, что первый черный. Я или скажу, что он черный, или скажу, что он красный. Выставляйте всех. Выставляй людей. А 9-й не красный за 2-4 двойку. 2 проверены красные, красный. Он сказал, что я не могу стреляться в этой игре. Ну, я... Ну, 6-7 вместе с красными найти это очень сильно, на самом деле. 6-7 точно один мав должен сидеть. С 6-м зарубился, 4-6 поднять можно. Я 4-6-7 поднимал, чтобы не разбираться между 6-7. Но 6-7 оба говорили так, как будто они не вместе, но между ними точно есть мав. По поводу это первого игрока, команды 1-3, по поводу того, что 6-7 поговорили про пятого игрока. По факту я сыграл с третьим игроком, второй проверенный красный. 1-4, у меня двойка, правильно? Правильно. Значит, 6-7-8-9, там только один мав. Но по нулю ни 6, ни 7, ни 8, ни 9, ни 10 позиции пятого игрока, где двойка 1-4 на этот круг, уже 1-4 при втором проверенном красном, не устроил. Кто пятый игрок в этой игре? Игроки 6-7-8-9. 6-7 не вместе красный. Так, смотрите, в любом соке поднимайте меня с ЭТР. Клаус, объясняю тебе, почему я подумал 1-3 красный, потому что сейчас, да, сейчас я тебе расскажу, я тебе расскажу про 1-3, потом поговорю, кто черный. Смотри, 1-3, почему я посчитал, потому что 3 сразу после речи 1 показать 1 черный, но потом на речи он сильно не втапливает в 1, он не проводит сильную атаку прямо в него. Ты рассуждаешь речи 1 как красный, но ты его выставляешь, поэтому я подумал, может быть, ты можешь быть красным, но я не думал, что ты прям четко красный, поэтому не разбирался в твоем цвете. Четверка же акцентированно взял первого красного и сказал, что 10 скорее всего черный на его речи, а пятерка акцентированно сказал, что 1 черный за его речь, зато ему не понравилась речь. Я объяснил, думаю. Ты переврал мои две речи просто, все переврал. Какие я переврал две речи? Поднимешься со мной? Вместе, четвертый, без девятого, просто 4-6.
Весь девятого. Я думаю, 9 красный на этом столе. Я думаю, 7 красный за этим столом. 8 надо разбираться. Пятерка надо разбираться тоже. Пятерка. Так, смотри, Клаус, ты сейчас думаешь, что 3 кто? Больше красный. Ну вот, и Тайра на прошлый круг сказала, между 2-3 точно есть маф. Ты проверенный красный, думаешь, что третий больше красный. Четвертый точно черный. Точно встает, отлично, да. Жезло сейчас назвал меня красным, значит, я скорее, ну, вставать с ним не хочу, правильно? Вы на прошлый круг, я вот назвал первого больше красным, но я объяснил именно, какая логика, да. Выставили 5, хорошо, я выставил 5. Вот, назвучишь, там потом попил. Вот, значит, пилите 1-4-6, почему нет? Мой красный цвет, я ошибся, возможно, с этим первого игрока, я пока этого не уверен. Я думаю, что 4 точно черный, выставил 9-го игрока, мой красный цвет, 9-й красный. Все, если кто-то подозревает 9-го, ну, типа, вопрос ко мне. Вот так игру будем играть, потому что я вот за вашим столом играю недавно, я вас всех вижу мало, играю очень сложно, мне очень сложно находить цвета. Я всю жизнь играю так, что я нахожу цвет, и от этого цвета играю. Вот 9-й красный, и вот от этого цвета я буду играть. Вот. А дальше будем как-то разбираться. Я думаю, что 4 точно черный, 6 не обязательно черный, кто такой первый, но я уже на нулевке не разобрался, и сейчас пока тоже непонятно. Блин, ну мысли особо не поменялись, мне до сих пор кажется не красный один, но Кобзон, ну просто невозможно. То есть ты на красной карте решил вычислить у меня динамику, когда я начинаю речь. Так, самый игрок, ну 1-6, ну какая динамика на 10? 1 плюс 3, 2 плюс 4, какая-то еще? Ну ладно, первый, просто первый будет сейчас признаться черным. Я ставил 5-й красный, потому что 5-й нормально привел аргумент именно по первому игроку. Сыграл правильную команду 3-5, где цвета игроков 2-4 было найти просто ну невозможно. После речи игроков 6, ну после речи игроков 9-10 я подозревал, что именно 6-10 есть как минимум один красный игрок, который усиливает игроки 9-10. Потому что, как вы говорили, 6-7 по нулю, 6-й с командой красный 1-3, 7-й с командой 1-6. Ну, я в их цветах ну, просто вообще не шарил. Я думаю, смотрите, 2-3-5, сейчас очень много красных. Ну, 9-й красный. Я именно сейчас 3-го не подозреваю, я вот цвет 9-го больше доверяю 3-го игроку, потому что, как говорится, ячмень могет. Ну, Эго, ты тоже показываешь 9-й красный, ну вот, товарищи на ячмене просто доверяют намного больше. Так что в итоге, кого решили там поднимать? Я так понимаю, ну, у нас хотят вставать 4-6, но первый хочет вставать 8-м, и при этом первый хочет стать 4-м, и 6-й не против стать 4-м. 1-4-6 станьте, я вообще не против такого сейчас, на данный момент. Там Клаус покажет. Думаю, красный 7. Пятого объяснил, почему не взял в команду, потому что пятый игрок сказал потенциально 1-2-4, может быть какая-то двойка, где второй проверился игроком красным. 1-4 какая-то двойка маловероятна, поэтому я считаю, пятого игрока можно не списывать. Третий думает 1-4 двойка. 1-4-8? А кто тогда? А, понятно. Так, на всякий случай выставлю. Потому что 1-4 мне не кажется двойкой. Спасибо. Господин Клаус, кто пилится и кто больше красный, показывается на жестикуляции. Восьмой сидит. Я пилюсь, как я понимаю, то девятый пилится. Не пилится, девятый сидит. Я думаю, красный... Ну, это вся моя команда, 7-9. Восьмой играет другие акценты, но восьмой будет сидеть. Хорошо, дальше, дальше. Один, что? 1-3-4. Кто самый красный у тебя? Наверное, 3, я как понимаю. Ну, или что? 4 самый красный для тебя. Третий. 1-4 ставят в 3, третий будет себя ставить? Или ты хочешь там, чтобы кто-то ставил в третьего? Клаус, ну пили быстрее, быстрее. 1-3-4 ставят в игрока под номером 3. 2-5-6 ставят в игрока под номером 1. 7-8-9 ставят в игрока под номером 4. Я попилил, дальше там скажу уже, ну, короче, по позиции. Прошел туториал, это же кукис, ну значит сейчас должно засчитаться там. Хорошо, хорошо, я сказал, что моя команда именно игроки 7-9-10, все. Ты меня хочешь пилить, восьмой у тебя что-то сидит. Мы же не турнир играем, нам какая разница. Восьмой подозрительный. Я думаю, ты сказал красный 5 обязательно в этой игре. Я не понял, почему красный 5. Ты не протоковал, ты протоковал седьмого игрока, где я думаю, седьмой очень красный. Я черный, не... кто со мной? Кто со мной? Я тебе черный. Говорю, 5 может быть черный. Кто-то между 3-4. Третий показывает, что восьмой обязательно красный. Я этого не понял. Я, кстати, вообще не понял, кто шериф проверкает по красному.
Десятый шаг. Ну да. Смотрите, седьмой игрок говорит, у меня самый красный 9, за что не объясняет. Я объясню, почему подозреваю 9. 9 сыграл против игрока 2-4-8. 2 проснулся и сказал, 8 очень красный. По факту 3 красных игрока, если второй вернется эти 8-го. Дальше. Третий игрок сказал, между 4-8, 8 краснее за то, что ставил руку за подъем. Игроки 4-8 оба ставили руку за подъем. Дальше. Шестой игрок сказал, я сказал 10 черных. Я этого не говорил, сказал день 10. Нет двойки черных ни в какой вселенной. Блин, да, не тот аргумент. У меня выше мой был больше красным за цвет первого. А напомни, как ты 0-3 сыграл. Ну, 1-4. Против 2-3, где второй проверенный красный, и ты сказал 2-3 обязательно есть мав. Поэтому, очевидно, у меня будет 8 краснее, чем 4 игрок. Все, если 1-4 это 2 красных игрока... Туториал заканчивается тогда, когда у тебя появляется опция нажимать любые кнопки, какие хочешь, а не только те, которые тебя игра форсит. Это примерно спустя 2 боя после дракона. Из Дейртайт, да, фразу для чата выбил. За 100 конфеток выбил фразу для чата. Там призраки такие орут. Бу-у-у, вот эту фразу выбил. Больше ничего. Походу помянем. Вот, это же Кукис. Там идет бой с драконом, там, где он тебя задувает, и проходит 2 следующих боя, после этого туториал заканчивается. Вот. Есть 3 в 3? Все, 3 в 3 нету. Я думаю, между 3 и 4 есть черный. Чернее игрок по номерам 4. Единственный момент по третьему игроку. Он говорит красный 8. Восьмой игрок сыграл абсолютно не в мои цвета. Я сказал, что именно красный 7, 9, 10. Седьмого никто не атакует, девятого никто не атакует. У восьмого не получается. Третий игрок потом сказал красный 8. Все, хорошо. Шестой игрок сейчас показал обязательно черный 1. И он показал, что первый игрок сказал 6 красный. Я 6 красный не говорил на своей речи ни разу. Я сказал 7 красный. Скажи баланс, у меня 2 черных ушло. Ну. А, 2 черных? Ну ладно, 1-4, двойка. Между 5-6-8 двойка черных игроков сидит при втором красном. Потому что я уверен, что красный 7-9 вместе. 5-6... Восьмой крас, значит 5-6 двойка. Все? Понятно? Здесь ну, сейчас МЭБ засчитается. Спасибо. Сейчас. Там бывает задержка. Значит, объясняю, почему я красный. Второй игрок проверенный красный. Показал девятый, посидит. Он его считает красным. Девятый игрок сказал, 1-4 двойки нету. У меня самая слабая позиция за столом. Я черный, я ломаю 2-1, правильно? Кивните. Кивните, если понятно. Все. Кому-то понятно, хорошо. Даже если не 4 двойки, я все равно сломаю в 1, потому что первый раз противовес. Мой жесткий противовес – это игрок номер 6. Да, может, кстати, реально не в первый раз проходил, потому что нужно именно первый раз. И какие 6-7 играют друг с другом, непонятно почему, ни одного аргумента за игру я не услышал. Я думаю, черный 6 уверен. Между 1-3, кто черный, непонятно. Третий сказал, что у него черный точно, 1-4 у него двойка. Хорошо, класс. Ты думаешь, 4 черные? Кэт Джем в чат, кто кивнул. Красный, сказал, 1-4, двойка, сними 6 противовес, хорошо? Не, ну вы выбирайте противовесы. Не знаю, вот я седьмого, мне понравилось, как седьмой говорит, но при этом я седьмого большую часть отобрал от цвета, ну, против, вроде Сега больше играю. Вот, поэтому думаю, седьмой красный, вот. А восьмой больше красный по первому. Шестой хотел пилиться 1-4, пятый в ноль отказался от 1-4. Поэтому, блин, я вообще думаю 1-4 двойка, и аргументы Тера, что он мог сломать, просто фло. Блин, ну а кто больше мафы с 5-6-8, я думаю, вы сами разберетесь. Я что-то не допер. Но вряд ли Тера с Мортал вместе черный проголосовали за подъем своего мафа на первом. 1-4-8 на выход. Ну, поэтому скорее маф между 5-6. Хотя 6-й 1-4 так хотел. Блин, ну подумай. Типа
типа, еще не до конца скачал и сам. Ну, может быть, кстати, да, может быть из-за этого. 4, 5, 8. Честно, я без понятия. Я много речей, к сожалению, прослушал. Ну, или не к сожалению. Так, смотрите, это будет не жестко, когда я красная проверка у типа шерифа, и нужно, ну, как-то, ну, одному играть и думать. Ну, вы, это мне, ну, блин, дается очень трудно. О, смотрите, умер Семен, сказал запилить 3-4-5. Спасибо, я решил запилить 1-3-4. Игра не закончилась. В 1-3-4 есть минимум один черный. Я думаю, третий был красный. Я думаю, есть один маф в 1-4. Я думаю, если там есть один черный, а не двойка. Короче, в любом кайфе, я думаю, в 1-3-4 типа маф 4. От этого 6, я думаю, уже красный. Ушел Семен, сказал 9, очень красный. Я думаю, в 9 игры нету. У 9 типа красный... Типа цвет 7. Итого, нужно кого-то снять между 5-8. Лично я посчитал, даже с учетом того, что Immortals сыра против, ну, видимо, ну, и красных, 8 больше красных. Типа я бы снял 5. 9, я думаю, рулит. Кто такой 7 в этой игре? Нет, это не красный. Типа, у меня 6-7 маф должен быть. Я пока не понял, кто. 6-й рубился с 4-м. У меня двойка, 1-4. Поэтому шестой краснее седьмого игрока. Седьмого позиции не было никакой. Про меня забыл вообще по нулю. Кришанул девятого, но девятого только ленивый в этой игре не кришанул. А восьмого я показывал, что он красный. Очень много показывал два круга, что он красный. Поэтому если есть черный мяч 6-7, то это седьмой игрок. Я думаю, 1-4 двойка. Я это сказал по нулю. Я сказал третий красный. Между 1-2-4 двойка обязательно с первым игроком. Игроки 1-3-4 стали, игра 3-3 не закончилась. После чего восьмой игрок про меня забыл, шестой игрок про меня забыл, девятый игрок скрал 6-7 красные игроки. В итоге остались игроки 5-6-7-8 и девятого, которого руль. Так что 6-7, типа, они вместе красные? Нет. А, и не вместе красные. Интересно. Ладно, неважно. Смотрите, я вам объясню по свою красноту просто пока что. Я пока еще думаю, кто краснее из 5... Ой, кто краснее из 5-7-8. Реально думаю. Именно кто краснее. Не кто чернее, а кто краснее, кто больше красного сделал за эту игру. Смотрите, что я думаю. Я сказал сначала, попил 4-6 подъем. Я не против подняться с четвертым. Четвертый тупо... Он сказал, у него 3... Он сказал, у него 2-3, один маф по нулю. Двойка проверяется красным, он не втапливает 3. Он не втапливает 3. У него нет речи про 3. Потом я говорю, я с ним поднимаюсь. В итоге я потом по кругу на речи, я еще и на речи вроде девятого, я говорю, давайте попилим, поднимем 1-4-6. Я не против. Я просто не против так было подняться. Потому что 1-4, огромная концентрация мафов. Один маф я считал, потому что еще и завершающая речь у него была. Он сказал, 5-8 вместе черные, 3-4, один подозрительный. И я ему показал, так 6 красный получается. Он говорит, 6 черный, поэтому. Ладно, выставляю 5, выставляйте там 8. Да, я бы с удовольствием выставил 5, 8 я выставлять не буду, там Джози, если захочет, выставит. Вот я буду играть на этот круг против пятого игрока, значит, пятый игрок нам сейчас сказал 1-4 двойка, правильно? Пятого игрока точно не критика, пятого игрока потеряли. Вот что я подумал. Что я еще подумал? Я подумал, что между 1-4 двойка ли там, я не знаю. Первое я на 0 заиграл, с то, что он точно черный, я не подумал. На прошлый круг я сказал, что точно черный 4. Вот, если 1-4 двойка, назови двойку за столом. Двойка? Потенциальная двойка 5-8. Я думаю, что 6-й больше красный, 9-й мы уверены красный, 5-8, потенциальная двойка за столом. Где больше черный 5. Вот, я красный по завещанию третьего игрока, я красный. На прошлый круг 6-й назвал меня больше красным, 9-й назвал меня больше красным. Не понимаю, почему. Типа, если как ты не можешь определиться между 5-6, вот в чем вопрос. Ой, между 6-7, Рим. А почему меня должны типа, убивать? Там кто назвал что красным 2, на тот круг? Непонятно. А меня назвали. Там умер вот, шериф, я буду умерла красная игрока. Проверка. Я следующий.
Смотрите, я не знаю, скорее надо проголосую по завещанию, потому что реально эту игру сыграл не очень. Мне вот главное понять, из 1, 3, 4 выходило или двойка, либо один счет. Почему 106 просто так? Вот смотрите, ну я считаю третьего уверенно красным, но все проблема, если 1, 4, только один мав, то это обязательно первый, и просто есть булочка на четвертом игроке. То есть если булочка на 4 красная, то обязательно 6 черный. Но еще прикол, как уходил четвертый игрок, его посчитать красным от этого невозможно. То есть если есть какая-то команда 1, 4 вместе черный, то ну, пятый игрок получается не красным именно по завещанию, потому что есть красный дети, ну, оставлен по всем завещаниям. Зачем я за своим по черным одним тогда буду пилиться на выкрики? Ну, потому что ты самый красный, из-за этого ты можешь сломать. Но это, ну, типа, четвертый намного чернее тебя. В этом прикол. Поэтому, скорее, ты красный. Но тогда, если ты красный, 1-4 реально вместе черный, то тогда команда 1-4-5, где пятый просто заигрывает красного 3, отказывается от двойки 1-2-4, это реально плохо. То есть есть где-то ошибка. Либо ошибка в завещаниях, либо ошибка в логике. И вот сейчас надо думать, где у меня ошибка. Я не знаю, за что красный 8, честно скажу. Ну, то есть цвет 8 это не мой цвет. За что мне 7 показался красным на 0, но у меня просто с ним цвета совпали. То есть он выделил, не стал атаковать шестого игрока. Понял, что первый красный, а я тоже подумал, что первый красный. Не факт, что он красный. Но если первый черный, то я думаю, он седьмым. На самом-то деле. То есть если какая-то 1-4 двойка, то тогда черный 7. Я думаю, только в команде 1-4-7. Поэтому, если седьмой маф, он последний маф, как мне кажется. Надо просто понять, есть ли какая-то двойка 6-8. Ну, Рим, ты просто сам говоришь, что подозреваешь 1-4 вместе черными. Ну, блин, я не знаю, просто 6-7 какая-то двойка. Выставлю на всякий случай. Вы своему дону не оставляете аутов. Если вы встаете в комбинации, где двойка встает, 1-4, естественно, двойка, вы просто не оставляете мне ходов. Даже при отстрелянном шерифе. Вам надо обязательно давить на то, что вы встанете в комбинации 4-6-7, 1-8-6, в любой комбинации, но не комбинации 1-4, потому что если встаете 1-4 с третьим игроком, есть завещание 10-го поднять 5-го, из завещания второго снять пятого, а у меня вы потенциальная двойка. То есть вас нет за что. А что на восьмом слоте? А что на слоте на восьмом слоте выебывается? Первый хорошо поговорил. В чем проблема? Ну, команда 1-4-5. Алло, на восьмом слоте, в чем проблема? Первый очень хорошо поговорил. Что, ну, типа, в чем проблема? Какая разница? Он что, игру проиграл на десятом слоте? Он сказал поднять 3-4-5. Я не понял сейчас вот этого закидона в Семена. Так, чисто casual подъем двоих мафов, где почему-то никто решил не ломать. Да нет, почему? Два черных могут подняться, но не с пятым игроком, потому что пятый игрок уйдет после подъема игроков 1-4 гарантированно. То есть, ну... Нет, пятый бы не выиграл. Нет, я бы пятого не отпустил. Просто после подъема 1-4 вообще весь город гарантированно снимет 5. Да какая разница, даже в мафа сломать и то профитнее. Ж лучше в мафа сломать. Кто шериф? Да в смысле Семён шериф, в смысле кто шериф? Он же сказал, второй проверенный красный, в смысле кто шериф? Ну ты спросил про... Бля, какая разница, как стол открывать, это ссаная мафия. Вы на первом слоте можете хоть скипнуть.
И люди все равно найдут там, за что вас посчитать красным или черным. Потому что это игра субъективного говна и мочи. Извините. Извините за агрессию. Какая разница, как он стол откроет. Нашел его, нашел. Ну как там не найти-то? Как и Дота. Ну, то есть ты можешь на первом слоте рассказать историю. Ты можешь дать какой-то никому не нужный посыл. Ты можешь все что угодно вообще сделать. Ну, какая разница? Тебя все равно кто-то посчитает красным по своим каким-то моментам. Кто-то посчитает черным по своим каким-то моментам. Какая разница? Если проорать рандомные звуки, это больше на красную или на черную? Я думаю, на красную. Негатив с дотки подъехал. Никакого негатива от доты не испытываю. Дота тут вообще ни при чем. Мафия сама справляется с тем, чтобы быть такой игрой, какой она является. Как тебе, Тяночка? Фейк пони. Я не хочу давать никакую оценку. Объективизация женщин — это плохо. Семён, а можно сделать так, чтобы тебя, ну, типа, это было видно, лицо, нет? Спасибо. Ля, какой мальчик на восьмом слоте, сочненький, сладенький мальчик какой, посмотрите на него. Ну, так я поэтому, ну, как бы, и прошу, Джоси. А Семён нормально, был шерифом, прятался просто. Человек не понимает, что сейчас у всех, кто стримит, плюс 50% зрителей в этот момент просто поступает. Арсен, ты здесь? Джоди еще не вытянул маф, а уже купил Семена, заметили? Такая. Итера, ты что меня не сломал? Кто, мафы были? 1-4-5 мафы. Ну, я не понял эту логику. Я думал, ты меня сломаешь точно, я уйду красным, я ставлю жестко. Типа, у меня, ну, я так рассчитываю, потому что, ну, вроде ты был чернее. Клаус показывал 4 точно черный, третий показал 4 точно черный, 6 показал 4 ну, точно. Ну, парни, реально, в команде 1-4-5 подняться 1-4 это Рабелла. Ну, это точно. Нет, я говорю, я думал, четвертый сломает меня, да, и там. Я ставлю жестко, кого снять мне. Кто-то противовес. Должен я был думал, ломать так. В кого-то, в идеале. Что-то еще я подумал, что меня сегодня прям очень лагает, ну ладно. Ну, я под тянули чипток так у меня, не знаю. Все тут, я стартую. Да. О, да я хожу чуть не. Здорово, Му. Привет, я хожу. Как я, если что, в прошлой игре тоже был, давай. А, да?